сами насчет Алена и ваши шансы, как вы считаете, что приезжали на Кипр для вас онлайн-анализ, чтобы посмотреть эту матч? Мы уже прошли немалый путь, два раунда прошли и мы, и наш соперник, потому я думаю, наши намерения совпадают насчет того, чтобы пройти следующий раунд. И что касается нас, то мы сделаем все возможное, чтобы завтра добыть нужный результат, позволяющий нам пройти раунд. Люди со стороны считают команду Кабале фаворитом, поскольку больше капитала команды, больше, чем у масовской команды. Не знаю я, что ответить вам по этому поводу, потому что если вопрос заключается в том, чтобы я отвечал что-то по бюджетам, то это точно не ко мне вопрос. Σαν εκτός είπα τον δύο άτομων, θεωρώ ότι η Καμπάλα βάζει 0-5 που πήρε νωρίτερα, θεωρώ ότι εύκολα δύσκολα θα περάσει τον πολίτα του. Αν πιστεύετε το στο Λίες Βιντουαγίτε Μαρκο Σκόρ, για βάς 0-5, το βάσο κόσμο, πιστεύετε στο μόνος να λεγκό πρέτσι. Понимаете, я сказал о том, что у нас был вопрос задан, какой счет нас бы устроил. Я ответил на этот вопрос таким образом. Но это вовсе не влечет за собой продолжение. И вот то, что говорят, что я думаю, что нам будет легко. То есть здесь вообще я никакой взаимосвязи не вижу, а наоборот могу сказать, что мы понимаем, что соперник очень силен, в команде подобраны очень игроки квалифицированные, быстрые футболисты, умеющие исполнять на поле. Команда организованная, команда достаточно уверенно выглядело во всяком случае тех игр, которых я видел, потому мы понимаем, что соперник очень-очень серьезный. Λέει, εντάξει, βασικά είναι πλασματική η απάντηση του στην ερώτηση ποιον ήταν το σκορ που να ήθελε, αλλά να γνωρίζει βασικά τον Απόλλωνα και σέβεται πάρα πολύ βασικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει την κουβέντα του, λέει, στο 0-5 που είπε. Γνωρίζει πολλά καλά τον Απόλλωνα σε θέμα οργάνωση και ήδη τη εξόδου στην Ευρώπη και από τα παιχνίδια που ήδη ο ίδιο βασικά. Σέβεται και αντιλαμβάνεται το βαθμό δυσκολία που έχει να αντιμετωπίσει. Ποιο θεωρεί ότι είναι δυνατό σήμερα από τον Κάποιο σημαίνει σάμι μόνο σπατρί καμάντου Απαλώνα, σάμι σύνη θα πω στην πούμ κατολίτη Απαλώνα, σάμι σύνη. Я понял, самая сильная. Ну, я скажу, что как раз самой сильной стороной, я думаю, это есть индивидуальное мастерство футболистов, особенно атакующие группы. Выделил еще, скажем так, прогрессивные, очень такие эффективные действия крайних защитников. И вот то, что я перечислил, наверное, будет и как раз и будет сильной стороной соперника. Από τις πληροφορίες που προσπάθησε να μαζέψει και τα παιχνίδια που είδε το Απόλλωνα, βλέπει αρκετούς παίχτες κλειδιά στον Απόλλωνα, δυνατά άκρα που θέλαν μια πίσω από τη γυναίκα που βοηθά πάρα πολύ στο συνένωση των δύο, το συνδέσμο της άμυνας και της επιθετικής γραμμής. Okay. Σας ευχαριστώ.